Шадринские очистные сооружения планируется вводить в эксплуатацию поэтапно. На территории Курганской области несколько лет реализуется программа «Чистая вода». Особое внимание уделяется созданию автономных источников водоснабжения в селах, в том числе для школ и детских садов. С 2009 года было устроено 200 таких автономных скважин. Одним из самых крупных объектов программы стало строительство шадринских очистных сооружений производительностью 30 тысяч кубометров в сутки. Всего на эти цели требуется 1 миллиард рублей, так как проектом предусматривается применение новой гибридной технологии, сочетающей биологические и мембранные методы очистки сточных вод и позволяющей приблизить качество очистки стоков к требованиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. В текущем году из областного бюджета планируется выделить 70 миллионов рублей, из бюджета Шадринска 32 миллиона рублей. Федеральное финансирование программы «Чистая вода» в этом году не предусмотрено. По словам губернатора, для завершения работ необходимо около полумиллиарда рублей. Объект необходимо вводить поэтапно, так как высокая производимость в 30 тысяч кубометров в сутки необходима с учетом развития муниципального образования, а на сегодняшний день достаточно около 15 тысяч кубометров в сутки. Напомним, реконструкция канализационных очистных сооружений началась в Шадринске 2 года назад. На новых насосах планировали установить обеззараживающие фильтры для воды. Проект планировали завершить в 2013 году, однако из-за отсутствия финансирования в 2014 выполнение проекта приостановили.